Я решил начать сразу с сессии. Вот все вы помните, да, что во время семестра нам некогда было учиться. Значит, первый семестр я учился, наш начальник курса, поскольку у нас взяли всех с двойками, у нас было 8 человек с двойками, из них было двое с тремя двойками. Физика, математика, рост, математика, письма. И ко мне прикрепили... Нет, не перебивай, у меня концерт. Слово. Я хочу просто передать привет от Ткачева Игоря. Спасибо. Который сейчас в Кемерово, который знает о этом концерте, но не может на нем присутствовать. Это ужасно. Пусть ему будет плохо. Он там живет. Да. Вот, значит... Сбил с мысли, зараза. Да, 8 человек с двойками, значит. Ко мне прикрепили рядового Каказея из далекой украинской деревни. Я даже не помню, как это все называлось. Поэтому математику я прошел два раза. Сначала сам ее изучил, а потом изучил вместе с рядовым Каказеем. Вот. И, значит, первую сессию сдали... Все сами, вы помните, то же самое, поскольку медали были все разные. У нас было несколько человек с медалями. Вот из медалистов 5 человек получили двойки. По физике и математике остались пересдавать. Вот. Ну и вот, значит, на втором семестре ко мне пришел длинный сержант с третьего курса, посмотрел на меня и говорит, ты что ли на гитаре играешь? Я говорю, ну да. Он говорит, пошли, нам гитариста не хватает. Я стал играть в ансамбле «Алгоритм» 5-го факультета. И на этом моя учеба закончилась, потому что мы каждый семестр 5-6 свадеб играли, участвовали в разных конкурсах, в общем, учиться было некогда. Но как вы тоже знаете, дорогие друзья, что за 4 дня можно изучить любую дисциплину, включая китайский язык. Вот, поэтому, значит, мы это дело все изучали, сдавали на четверке с пятерками. И вот такой набор существительных, который охватывает весь цикл обучения в нашем замечательном в нашем учебном заведении. Только слушайте внимательно, ребята, с самого начала. Первый курс. Перекладина и снег, кашель вшивник, сека бег, стой назад, оставить нет, интеграл апологет, голод, комбижиров вкус, сон повсюду. Первый курс. Второй курс. Скатка, кружка, автомат, грязь, лопата, ров, накат, Громашинский, это помните, был преподаватель по физике, до весны, снова секи, лекции, сны, физзарядка и подъезд, курс второй, портвейн, отъезд. Во втором курсе я первый раз попробовал портвейн Кавказ. Впечатление было двоякое. Третий курс. Опоздание, справки, корь, головная та же боль, самоход и самолет, на Неве темнеет лед. Третий курс, не важен бал, лишь бы отпуск не пропал. Четвертый курс, вы помните, нас переселили на замечательную улицу Белоостровскую, в наше великолепное общежитие, где наш факультет, наш курс жил на 12 этаже, на последнем. Поэтому по этому поводу было написано несколько произведений. Четвертый курс. Тараканы и клопы, Хошимин, носки и супы, вобла, пиво, сушки, раки, джинсы, девки и кабаки, стажировка, пол-литровка, курс четвертый, подготовка. Помните, да, тропа Хошимина, если вы там жили, это по девятому этажу, девятиэтажный соседний. По ракету у него выполнялась физподготовка. Потом три этажа наверх, значит, подтягиваясь зимой, минус 20, с магнитофоном маяк, с девушками, значит, с бутылками со всеми, и никто ни разу не упал, между прочим. Пятый курс. Ну, отстойник или Париж, самоподготовки тише, распечаток Эвереста и очередной партсъезд, толстый праздничный конспект, Невский праздничный проспект и дипломная палата, и огромные плакаты, представление, доклад, щелкнул фотоаппарат, распределение день, белой ночи, в небе тень, до свидания, Ленинград, новой встречи буду рад, Малина, Москва, УДА, лейтенантская звезда. Вот. И на этом все, значит, заканчивается. Да, и, значит, вот песенки, которые рождались в этом самом нашем, нашей академии. И снится бедной маме, единственный сыночек в разорванной шинели, чумазой и босой, немытыми руками, холодной зимней ночью, жует свою портянку, сложившей колбасой. Песня тоже, сейчас, которую я спою, она родилась на втором курсе. На зимней сессии, перед зимней сессией буквально. Начинается, называется сессия. Полночью стылой месяц уснул, юга завыла, холод задул, по переулку сквозь гололед, полночью гулкой призрак идет. А на пламенем дышит.
бьют в лицо. Зачеты, экзамены сжимают кольцо. Преподаватели острят топоры, точат ножи, разжигают костры. Сессия, 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 к нам приближается сессия. Круглый денит, призраковит, летом мороз и жару. Весело, 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 сессии, сессии, сессии. Шаг ее тих, нужен ей ты, кости скрипят на ветру. Ветер холодный, листья несет, призрак голодный молча встает. Скалится злобно призрак орёт. Бойтесь, курсанты, это идет. Сессия, 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 к нам приближается сессия. Кровь леденит, призрак овит, летом мороз и жару. Нет, не уходит на пенсию. Сессия, 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 шаг ее тих, нужен ей ты. Кости скрипят, кости скрипят, кости скрипят.